Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Контракт на капремонт дороги к аэропорту Кирова подписывают Святов Тодором. Областное предприятие победило в конкурсе по выбору подрядчика. Об этом рассказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков в эфире нашей радиостанции. Работы запланированы на 2025 год. Подъезд к аэропорту расширят, усилят дорожное покрытие, улучшат освещение, создадут остановки и тротуары. Запланирован большой объем работ, связанных с перекладкой инженерных сетей. Как уточнил министр, на время работ будет организовано реверсивное движение. Кадровые проблемы предприятий в Омутнинском районе решают запуском нового поезда. Состоялось торжественное открытие пассажирских перевозок от Омутнинска до Песковки. С просьбой запустить такой поезд к губернатору обратилась молодежь Омутнинска. Просьбу поддержали главы района и администрации Песковского городского поселения. В итоге идея была реализована. Запуск пригородных пассажирских поездов позволит решить кадровый вопрос. Рост промышленных предприятий района, увеличить объем производства продукции и объем налоговых поступлений, отмечают в областном правительстве. Поезд будет выполнять 3 рейса ежедневно в обе стороны. В эфире «Экономика». Администрация Кирова продает помещение в доме постройки 18 века. На сайте администрации опубликован аукцион по продаже нежилого помещения в доме Татаурова на Спасской 8. Это здание было возведено в 1796 году. Помещение площадью 122 квадратных метра находится на втором этаже. Начальная цена продажи – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Нового владельца помещения определят 22 августа. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».